В 2022 году Дагестан стал участником пилотного проекта по внедрению регионального инвестиционного стандарта, разработанного Министерством экономического развития России. Об этом напомнили на совещании председателя правительства Республики Дагестан Абдулмуслима Абдулмуслимова. Целью данного проекта является формирование и внедрение стандартов запуска и сопровождения инвестиционных проектов, предусматривающих оптимальные пути для инвестора. В республике уже создан информационный портал для инвесторов, включающий в себя инвестиционную карту региона, разработана инвестиционная декларация, утвержден свод инвестиционных правил, которым определен порядок действий инвестора в ряде процедур. В конце прошлого года между правительством Республики Дагестан и ПАО «Россет» и «Северный Кавказ» подписано соглашение о сотрудничестве. Отметим, что 13 февраля текущего года ПАО «Россети Северный Кавказ» совместно с правительством региона уже провел совещание по внедрению инвестиционного стандарта, где представители энергокомпании вошли в состав при главе Республики Дагестан по улучшению инвестиционного климата и развития предпринимательства. По этому поводу заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ» Сергей Поляков в своем выступлении рассказал о реализации подписанного соглашения. В соответствии с принятыми на указанном совещании решениями нами в адрес агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан направлена информация, необходимая для размещения на инвестиционной карте Республики с перечнем подстанций с указанием напряжения, с уровня напряжения 35 кВт и выше, находящимся на территории Республики Дагестан, с географическими координатами их расположения. Внедрение регионального инвестиционного стандарта создает для предпринимательства республики необходимые условия и конкурентную среду, а также единую систему поддержки новых инвестиционных проектов. Министр энергетики и тарифов Дагестана Марат Шахалиев заявил, что региональный инвестиционный стандарт сформирован на основе лучших практик работ субъектов с инвесторами и направлен на оптимизацию взаимодействия инвесторов с региональными органами власти. На сегодняшний день проводится актуализация реестра инвестиционных проектов, который включает 48 проектов, реализуемых на территории республики в разных сферах производства и оказания услуг. В целом проводимая работа в рамках соглашения играет существенную роль в формировании инвестиционной привлекательности и создании благоприятных условий для инвестирования, следовательно, способствует развитию различных сторон экономики в регионе. В ходе заседания также были рассмотрены вопросы проведения работы по оптимизации клиентского пути инвестора к подключению электрическим сетям в рамках внедрения регионального инвестиционного стандарта. Асият Умалатова, Гаджи Гаджиев, новости телеканал «Среда».